Качай. Держи палец, чтобы ты сильнее. Держи. Сильнее, дай сильнее, держи. Я боюсь. Качай, сильнее, качай. Подожди, качай. Качай, сильнее. Сильнее. Все, нормально, справляйся, подожди. Сильнее. Продуй затворку еще. Юль. Вань, ну что ты делаешь? Просто. Затворку продувай, да, дуй туда, внутрь, дуй. Я что-то снимаю, потому что в деревне. Да. Дуй, еще дуй и качай, ну сейчас потечет. Все, жидкий пикс. Держи, сейчас не готов. О, пошел. Ты должна достать обязательно? Ну так все заправляют. Да? Смотри, чтобы он не нагрелся. Качай. Дуй, затворку продуй. Продуло? Подожди, сейчас программу покажу. Дуй затворку, дуй. Ну вот, 45% заправки. Дуй, теперь вот это плазма-заправитель. Давай, начинай. Начинай и продувай затворку. Юль, ну быстро это все. Он же быстро замерзает плазма. Сейчас потечет, продуй, потечет сейчас. Ты пальцем держи, главное. Давай, продувай, качай. Дуй, продувай, сейчас потечет. Посмотри, сколько там процентов. Все, хорош, подожди, качай теперь левую, качай. Посмотри, сколько процентов. 80. Ну что, Вань, там идет? Да, нормально все. Качай затворку, дуй. Чем быстрее ты будешь. Да. Дуй. Еще. 5. Сильнее. Сколько у вас? 73. Давай сильнее, но ты быстрее запускай. Дуй. Давай. Сколько у вас, Саша? 8. Саша. Дуй. Все, давай, чуть-чуть, прям вообще. Давай. Дуй. Сколько? Дуй. Сильнее, Юль, ну чуть-чуть осталось. 97. Дуй, нормально. Ну, прям видно, он заправляет. Дуй. Еще сколько там осталось? 98. Что, назад пошло. Молодой. Все, хватит, запекай. Посмотри, Паш. Саш, посмотри. Нормально? Все, продуй еще раз. Лишь он потек. Ладно, все, хватит. Все, отключать, подожди. Да, выключи программу, выключи. Выключи. Все, вот так, Юль, заправлять раз в месяц надо теперь плазму. Компрессор то же самое, заправляется, только там чуть-чуть другой плазмозаправитель. Мы тебе потом пойдем, поднимемся. Ну, в принципе, там пацаны сами будут заправлять. Компрессор, все. Внимание, Ирина, вот Роман, подождите, пожалуйста.